Ура, каникулы! Это значит, что можно ненадолго позабыть о школе и хорошенько отдохнуть. А Центр Юнармед сегодня открывает свою осеннюю смену, за время которой в лагере отдохнут порядка 70 школьников. В первый день смены ребята отправляются на небольшую экскурсию по лагерю. В течение 7 дней для школьников будет проходить насыщенная программа, творческие конкурсы, викторины, спортивные мероприятия. Кроме того, будут работать различные кружки для досуга и игровые площадки. К слову, совсем недавно в юнармейце появилась новая игровая. Павильон рядом с воркаутом построили в конце лета, и здесь каждый сможет найти себе занятия по душе. Интересна и тематика смены. Смена будет действительно волшебная. Мы окунемся в мир королевств и чудес. Смена тематическая. Каждый отряд будет представлять какое-то королевство, выдуманное, либо существующее, либо из истории. Мы поможем ребятам стать настоящими дворянами, королями, окунуться в эту эпоху исторического волшебства и помочь им создать свой собственный герб, изучить геральдику. В осеннюю смену в лагерь прибыли преимущественно щелковские школьники, но есть ребята и из столицы. Многие далеко не первый раз приезжают в Юнармейц. Здесь добрый вожатый, здесь хорошо, здесь красивые площадки, здесь есть во что поиграть. Здесь вкусное первое. И куча всего интересного. Всякие развлекухи и классные площадки. Мне нравится этот лагерь, и я знаю, что здесь будут всегда хорошие вожатые, что всегда здесь будет что-то такое свое, и мне нравится здесь. Мы тут отдыхаем всего 7 дней, и это очень маленькая смена, но нас сразу предупредили, то, что будет очень увлекательный отдых, и я ожидаю всего самого лучшего, потому что я знаю то, что юнармейц никогда как бы не разочарует. Самое главное, ребята смогут провести время с пользой, найти новых друзей, отлично отдохнуть, чтобы с новыми силами продолжить учебу в школе. Анна Бальет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.